Приветствую всех на своем канале про Астрахань Лайф. Сегодня мы с вами немножечко заглянем в этот район Звездный-Николаевского, а именно прогуляемся по проспекту Энергетиков. На сегодняшний день это одна из самых благоустроенных улиц Астрахани. И вообще, район, честно говоря, интересный. Здесь, честно говоря, приятно находиться, потому что здесь соблюдены пропорции. То есть высота домов равна расстоянию между ними. Здесь, как видите, в основном 9-этажки. Построены они в середине 80-х, то есть район относительно новый. Плюс здесь нормальное благоустройство, есть и кафе. Мы начали с вами от улицы Николаевского и пойдем туда, в конец бульвара. Бульвар небольшой. Собственно, как и все бульвары в Астрахани, их всего три. Вот этот бульвар Энергетиков и уже известные нам с вами по проходкам бульвар Победы и Амурский бульвар. Совсем недавно, в 2021 году, здесь было проведено полностью новое благоустройство. Поставили вот эти беседки-перголы со скамьями, новые урны, новые фонари. Провели озеленение, плюс, я думаю, благоустройство будет продолжаться. Конечно, хотелось бы, чтобы перголы были увиты хотя бы плющом или розами, но пока что это только мечты, но в будущем все возможно. В этом месте все интересно. Видите, здесь несколько дорожек, поближе к дому есть центральная аллея, есть дальше мы видим и детские площадки. На сегодняшний день, ну, объективно будем говорить, один из самых благоустроенных таких районов. Чуть позже мы с вами прогуляемся по улице Звездной и между этими домами в районе 3-го, 2-го Юго-Востока, и вы оцените, насколько здесь местами прям благоустроенные дворы, вот эти вот аллеи, насколько здесь интересно. Единственный нюанс, вот эти две скамьи находятся в тени, остальные почему-то в основном стоят на солнце. То есть, ну, наверняка будет продолжаться озеленение данной территории. Как видим, здесь есть и спортивные площадки, дальше видим и детские площадки, то есть в любом возрасте есть куда пойти, есть чем заняться. Плюс между домами построили всевозможные так называемые бизнес-центры, то есть стоматологии, какие-то магазины, вся необходимая инфраструктура есть. Ну и самое главное, рядом есть одна из магистральных улиц города Николаевского, то есть выезды в город вполне себе продуманы. Это, видимо, установка для наклейки всевозможных объявлений. Единственный вот это остаток из тяжелых 90-х и нулевых. Вот здесь остались несколько киосков старых. Не знаю, почему их не снесли. Видимо, какие-то вопросы с собственниками. К ним проведены такие страшные провода. Вот это, конечно, недоработка. Плюс такая мини-парковка возле вот этого бизнес-центра. Но в целом территория классная. Здесь, конечно, туриста можно снять жилье, но я думаю, что жильцы этого микрорайона вполне себе довольны. Ну, не считая вот этого, конечно, ужаса. Но это, опять же, решаемо. Конец августа. У нас тут случилось похолодание. То есть совсем недавно было плюс 37, а сейчас уже днем плюс 23, плюс 25. В Астрахани не просто температурные качели, а температурные американские горки. Ну и, собственно, опавшая листва. Осень близко, как вы понимаете. А мы идем дальше. Сегодня совсем коротенькое видео, ну, потому что сам себе бульвар такой, знаете, небольшой. Снимать про весь район, я подумаю об этом. Я, наверное, буду снимать все-таки по улицам. Будем придерживаться старой схемы. В ближайшее время будет много прогулок, будет много интересного. Все скоро увидите. Погода, наконец-то,
нормализовалась, ушла вот эта чудовищная жара. Конечно, еще будет тепло, днем еще обещают до 33, но по вечерам уже будет где-то от 12 до плюс 18. Так что впереди много интересного. Ну вот, мы почти дошли до конца. Видите, здесь у нас такая интересная современная детская площадка, на которой играют дети. Это уже показатель. И в самом конце бульвара мы увидим с вами такой интересный стилизованный магазин. Да, спиленные деревья, конечно, нужно бы убрать, чтобы оно не представляло собой опасность. А вообще здесь, конечно, классно. Здесь действительно приятно находиться, в отличие от высоток, от этих чудовищных. Здесь не чувствую, что на тебя что-то давит. Впереди у нас улица Звездная, ну а дальше начинается уже Приволжский район, по сути. И в самом конце бульвара мы видим очень интересный такой магазин. Сам магазин, отзывы про него не очень. На это не заходило, честно говоря, но внешне интересный. Вы видите, таком а-ля китайский стиль такой. Вот такой он, бульвар энергетиков. Вполне себе уютное место. Ну, кто здесь живет, наверняка расскажет и про парковку, и про прочие нюансы, но в целом интересный район. Что ж, друзья, скоро увидимся. Скоро у нас начинается месяц отмечания Дня города, потому что День города в Астрахани гуляет почти месяц. Будет много интересного. Ждите, подписывайтесь, бейте в колокол. Всем удачи, пока!